Наполним музыкой сердца. Это название творческого вечера мастера художественного слова, музыковета, сценариста, режиссера-постановщика и заслуженной артистки Карачаева-Черкесии Алевтины Артемовой. Юбилейный концерт состоялся в Государственной филармонии города Черкесска. Он стал настоящим праздником прекрасного настроения для каждого гостя. Альбина Ламкова продолжит тему. История творчества жизни заслуженной артистки Карачаева-Черкесии Алевтины Артемовой богата талантливыми людьми. Живое эмоциональное выступление виновника торжества, ее удивительная манера речи и творческое мастерство никого не оставили равнодушным. За 30 лет творчества в Государственной филармонии Черкесска она в полной мере реализовала свой неиссякаемый творческий потенциал. Мы волнуемся и переживаем за кулисами. И подглядываем в щелочку занавеса. Ведь интересно же посмотреть, какой зритель пришел в зал, в каком количестве, какое у вас у зрителей сегодня настроение. Это очень важно. Счастье для Алевтины Артемовой видеть искренние улыбки и глаза зрителей. Конечно, и громкие аплодисменты, а еще уважение коллег. За что бы ты ни бралась, ты это делаешь так, что сегодня можно говорить только доброе. Никто не собирается тебя в пенсию отпускать. Не думай об этом. Я просто хочу пожелать тебе успеха, творческих, а самое главное – здоровья. Чтобы вокруг тебя были такие же талантливые, добрые, отзывчивые. На сцене выступили все коллективы, с которыми работала Алевтина Артемова. Начиналось все с клоунской группы «Ну и ну». Выступление подарило гостям шутки, позитив и радость. Здравствуйте, дорогие зрители! И все! И все говорить не надо. Ладно, и все говорить не надо. И все говорить не нужно. Это я вам говорю. Да я вам говорю. Плодами долголетней творческой деятельности Алевтины Артемовой было построено много музыкальных литературных программ. «Душа сцены», так говорят о ней коллеги. Это вот такой человек, который преподносит каждого исполнителя. Так она его поднимает, так она его возвышает, что после такого представления каждый исполнитель хочет выйти и дать, и выложиться на все 100%, показать свое мастерство, свое искусство зрителям. О ней говорить очень много можно, потому что она работает у нас в разных направлениях и жанрах. Алевтина Артемова сочетает в себе творчество мастера художественного слова, музыковеда, сценариста, режиссера-постановщика. Говорить о ее талантах можно бесконечно, отмечают коллеги. Разные направления и жанры делают ее неповторимой. Она тот человек, который освещает нашу жизнь, делает ее насыщенной, интереснее и богаче. Ярким музыкальным подарком и массой позитивных эмоций стали концертные номера. Прозвучала живая классическая музыка. Это считается основным направлением Алевтины Артемовой. На юбилейном вечере были исполнены русские народные эстрадные песни, зажигательные танцы, а также стихи и проза в исполнении коллега-артистов Государственной филармонии, где по сей день трудится и вносит неоценимый вклад в развитие профессионального искусства Алевтина Артемова. Михак Аракелян, «Вести», Карачаево-Черкесия.